Всем привет, Toyota Corolla, пятый год, два года владения, и вот смотрите, какую начал замечать вещь. Периодически вторая катушка уже полетела, когда менял ее, обнаружил следы масла. Вот, ну, приехал в сервис, поговорил на эту тему, говорят, нужно колечки менять. Но опять же затраты. Дальше. Передние стойки. Тоже надо менять. Но здесь отпыльник вроде еще даже целый. Нет, хотя вот он, да. Не целый нифига. Вот он пыльник какой. Естественно, стойки тоже. Новые стойки дорогие. Вот рассматриваю вариант прокачки стоек. Получается, это в два раза дешевле. Вот. Пока что все. Напишите в комментариях, что лучше, прокачивать стойки или брать новые. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.